Креатив на Волге – одно из крупнейших событий региона, объединяющее творческих людей и профессионалов из разных сфер, предпринимателей и студентов. Одним из его участников в этот раз стала жительница Самары Екатерина Паршина. Рассказывает, о хакатоне узнала случайно из соцсетей. В последний день регистрации подала заявку и попала в сборную команду. Девушка работает маркетологом. Для нее хакатон – возможность прокачать свои навыки. Я в восторге с того, как здесь все организовали, какая заряжающая атмосфера на успех с самого начала, что столько экспертов позвали интересных, достаточно много познавательных таких лекций, и в целом, в общем, все круто. Я жду каких-то, может быть, нестандартных решений, научиться как-то по-новому смотреть на задачи. Много новых знакомых жду, веселья, адреналина, вот всего такого. Хакатон – это соревнование, где участники за короткий срок разрабатывают решение бизнес-кейса или другой задачи. Креатив на Волге проходит второй раз при поддержке правительства Самарской области. В этом году 20 команд защищали свои проекты по 4 трекам или направлениям. Самарская идентичность, разработка креативного пространства, ивент-дизайн, развитие бренда работодателя в Самаре. Призовой фонд хакатона – 200 тысяч рублей. Их между собой поделят 4 команды победителя. Это возможность, во-первых, собраться с креативным сообществом, посмотреть друг на друга, с одной стороны. С другой стороны, получить опыт экспертов, которых мы привозим со всей страны. В-третьих, это возможность свои идеи потестить, потому что, классно, ты ходишь, я придумал и так далее, но когда ты начинаешь это приземлять на деньги, на возможности, на привлечение партнеров, вдруг становится понятно, идея не полетит. Почему не полетит? Вот эксперты помогают здесь разобраться. В прошлый год ребята делились, что это просто такой, я не знаю, как волна, которая тебя сносит, приподнимает, и ты на серфе этого креатива едешь. Для гостей хакатона был организован лекторий. Эксперты из разных областей делились своими знаниями и опытом со всеми желающими. Одним из лекторов стал редактор Максим Ильяхов, автор бестселлера «Пиши, сокращай». Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.